На самом деле каждый из вас отчасти прав, действительно, это те компании или, скажем так, организации, которые обладают большими средствами, под большими мы имеем в виду, конечно, миллионы, а даже чаще всего миллиарды долларов, которые фактически формируют то, что мы видим с вами на графике, как более мелкие трейдеры. Поэтому.. Это вот именно их движение, их логику поведения на рынке мы будем пытаться с вами понять и, скажем так, увидеть то, что они вообще как бы делают. Мы не знаем, кто с кем договорился и по какой причине, скажем так, произошел какой-нибудь ценовой разрыв или что вообще случилось. И, скорее всего, аналитики не торгующих где-нибудь на Bloomberg, на РБК или где-нибудь в Ютубе, Потом объяснят или придумают поведение этого игрока. Но это уже будет потом. Наша же с вами задача, скажем так, как трейдер более мелкого калибра, ну, на данный момент, это именно распознать, что произошло вообще именно как, как мы можем этим воспользоваться. Не то, что о чем договорился Уоррен Баффет с Биллом Гейтсом, например, и по какой цене они решили там купить какие-то акции. А что этому предшествовало и как нам скажем, переметнуться к крупному игроку. Потому что глупо было бы, например, пытаться продавать акции или тот же весь индекс S&P 500, когда он весь растет, и вы со своими пускай даже не копейками, но пытаетесь развернуть рынок, доказывая себе или своим, скажем так, корешам, то, что падение Тесла, это благодаря тому, что вы продали лот 001 и Тесла обвалилась. То есть, на самом деле нет. Значит, лучше всего увидеть крупного игрока можно двумя способами. Первый, самый простой, он бесплатный. Это график. То есть на графике в торговом инструменте, в, тор в торговом терминале, будь это, например, правильный брокер, такой как Герчик Нкор, где в терминале МТ4, МТ5 вы можете торговать акции, Форекс, даже криптовалюту, ну там нефть, индексы, это все понятно. То есть вы это можете увидеть именно вот таким способом, как следы этого крупного игрока на графике. То есть кто с кем договорился, вы увидите это в отражении графика цены. Это, скажем так, простой и бесплатный способ. Второй способ, он а, не менее эффективный, но он дорогой, а именно это вы можете увидеть, а, ну не, а, не публичные данные о портфелях, о портфелях акций и вообще о позициях крупных игроков и фондов, такие как Deutsche Bank, например, там тот же, ну, относительно крупный игрок, но все же, Тим Кук, как глава Apple, и многих других того же Уоррена Баффета в терминале от компании Bloomberg. То есть я, наверное, я думаю, что вы наверняка знаете об одноименной, скажем так, торговый терминал, то есть этот дяденька Bloomberg, товарищ, как бы, живой еще, он в президенты думал баллотироваться, и у него соответствующая как бы, фирма, и вы наверняка в сериале Миллиарды американском HBO или в кино каких-нибудь про супертрейдеров везде видели у них на мониторах э, такие вот картиночки, которые как раз и являются отражением информации в терминале. Значит, и внутри в этом терминале э, можно увидеть эту информацию и фактически узнать, что находится в портфеле у там, того же Тима Кука, как я говорил, там, у Билла Гейтса и так далее. Эту информацию вы на свободном в интернете, где-нибудь на Yahoo Finance или на финвизе, конечно, не увидите. Этого вы не увидите, а в терминале Bloomberg а увидите. Но маленький нюанс заключается в том, что, к сожалению, терминал Bloomberg а платный. Когда я с ними связывался относительно не так давно, Терминал этот стоил данные оттуда, доступ к ним, стоил 2000 долларов в месяц даже демо доступ. Поэтому, если вы хотите, как говорится, поддержать за хвост этого крупного игрока и посмотреть, и принимать решение именно о сделках, зная, что происходит по ту сторону, то, конечно, вам не обойтись без, в некотором смысле, инсайдерской информации, которая предоставляется в том же терминале Bloomberg. Это, конечно, никакая не реклама, они в этом никак не нуждаются. Вот. Но я однозначно видел эту информацию там, в этом терминале, поэтому если у вас будет такая потребность, то имейте в виду, что там это можно почитать. Это у нас график. И я, значит, что вам могу сказать? Я Крайне вам рекомендую, будь вы новичок или уже профессионал в трейдинге, и если вы хотите понимать график и понимать, что происходит и что задумал так называемый крупный игрок, то ни в коем случае не старайтесь его искать на таймфрейме меньше дневки. То есть дневка и выше. В метатрейдере 4, 5 это волшебная кнопочка у нас вот с буковкой d1, да, d1, v1. Вот эти всякие H4, H1, это все вам не надо. То есть вы там можете себя вводить в заблуждение и придумывать чего-то. Но я вам крайне рекомендую обращать внимание на дневочку. Когда же вы подумаете о том, что то не заботкин брешешь, что все, давай я на H4 что-нибудь найду, натяну сетку Fibonacci и все остальное, да? то в этом случае вы подумайте над таким моментом. А почему H4, а не H, например, там какой-нибудь 8 или 8 минут или сколько? То есть, например, я в нормальной торговой платформе могу создать любой таймфрейм практически и могу придумывать историю про то, что крупный игрок сидит у меня на тиковых данных, например. То есть цена меняется каждый тик, а мы с вами видим итог этого всего дела. Поэтому если вы придумаете себе оправдание, что крупный игрок находится на другом таймфрейме за пределами дневки вниз, то я надеюсь это оправдание будет существенно и довольно таки четкое. Вот здесь неплохой пример акции, настоящая акция э, с тикером EPRT. Почему она мне интересна? Смотрите, у нее, например, 15.06 был довольно-таки интересный хай. Вот здесь, вот по красному бару, можно даже вот так вот чуть-чуть вот поближе поставить. Значит, смотрите, история в чем? Во-первых, толщина вот этой э, бара вот этого больше, чем полосочки. Поэтому кажется, и местами будет казаться, что оно не попадает. Но просто толщина линии 2 пикселя, а вот этих баров кажется 7 только из-за этого. Значит, вот для чего я вам это показываю. Уменьшаем. Это дневка. А, нет, не будем уменьшать. У меня вот уже подготовлена. Неделька. Это у меня... А, брешу. Мансли. Это даже месяц. Смотрите. Вы думаете, это Фибоначчи нам тут постарался вот эти вот все дела сделать? Смотрите, какая история. Вот, возьмем вот сюда.

И что мы с вами видим еще? Как мы можем понять, что что-то происходит здесь? Как вы думаете, мальчишки и девчонки, глядя на месячный график, это притом месяч, месячный график, видим ли мы здесь? Что происходит с этой акцией? Или нам нужно с вами переключаться на H4 и прикладывать волны Эллиота и придумывать, что там где-то что-то происходит. Давайте посмотрим, что у нас еще происходит с объемами. Вот здесь, вот. Даже на месячных как бы, графиках. Тут вот каждый бар это месяц. 23 миллиона. Смотрите, здесь 19 миллионов, 13, потом 17, 25. 5, 24, 14. Поехали. То есть, когда миллионы меньше, раз, закрылись вниз. То есть, потом поперли вверх. То есть, объемы здесь постепенно растут. Цена растет. Но куда она идет? Она идет сюда. Вот здесь. А если мы с вами включим, например, вот здесь недельку, чтобы это было еще красивше, week. Ой, только я не люблю японские свечи. Я люблю вот такие вот палки. Смотрите, какая красотуля. Вот так вот. То есть вот тут э, вытяну сползает. Поэтому я вот поставлю. Вот этот вот бар здесь. Потом здесь. А вот тут это неделя. Смотрите. А здесь у нас произошла интересная ситуация. И так называемый крупный игрок. Нам след определенный оставил. Какой след нам оставил крупный игрок? Ну-ка, мальчишки и девчонки, напишите в чате, что мы здесь видим с вами и почему мы данную ситуацию можем использовать в своих, как говорится, спекулятивных целях. Что здесь было? Так, вот страна пишет ложный пробой одним баром. Совершенно верно. Сергей Овчарук, я думаю, звука нет только у вас. Проверьте микрофон или перестаньте крутить отвертка в ухе. Ну, как в старом анекдоте было, да? В анекдоте это было так, что сижу, говорит, кручу отверткой в ухе, раз в телевизоре звук пропал. Поэтому в ухе не крутим отверткой, и звук должен быть. Микрофон светится красненьким, значит звук идет. Смотрите, здесь произошла интересная ситуация. Все видели, все видели, все умные, да, понимают, что вот этот уровень очень крутой. И это неделька, отмечаю вам, что это неделька. Здесь была неделька. И потом вот здесь вот. С разгона. Вот так вот. Пу-бум сделали красивый пробойчик. Если мы перейдем на дневочку, смотрите, какая красотулечка у нас была с дневочки. Вот вам намек. И если вы читали умную книжку Александра Михайловича Герчика, а еще лучше учились у него, а если еще лучше, то, может быть, будете учиться у меня или уже учитесь, вот, то вы увидите, что подход на паранормальных барах и соответствующий ложный пробой это очень хорошие сигналы. Для чего? Ну-ка. Для чего это сигналы? Кто у нас супер трейдер? Вот 300 человек почти смотрит. И всего лишь 112 лайков. Значит, ну, 112 человеком, которые это интересно. Ну-ка. Что вы думаете, к чему вот эта вся история ведет? С разгона, притом давайте посмотрим объемчики. Сейчас появится вот такая, так да, где же она? Во. Смотрите, вчера был объем в этот день 450 тысяч, в этот день 713 тысяч акций. Здесь было 700 тысяч акций. Шорт. Ну, <laughs> мнения разделились, но правильно, я считаю, действительно, разворот. На больших паранормальных барах, а вот тут пощупали. Пощупали тех, кто прятался за этим уровнем. Как вы думаете, давай, мы с вами так интерактив, то есть я за то, что, чтобы мы с вами вместе пришли к правильному ответу на вопрос, и вы вместе со мной думали и старались понимать то, что происходит на графике. То есть сейчас совершенно очевидно, что если откроется сегодня через 7 минут инструмент вот тут вот где-то ниже, этого уровня. А еще лучше, если ниже закрытие, то очень велика вероятность, и многие предпосылки складываются к развороту, к шортам этого инструмента. Поэтому что можно сказать? Вот здесь попробовали, проверили, пробили этот уровень. Зашли. Давайте даже посмотрим, как далеко зашли. Ну, там слева было точнее. Но вот здесь 29,29. 29, а вот здесь был хай. 29.46, то есть на 47 копеек про, протащили вот сюда инструмент вверх. Довольно-таки хорошие были объемчики. Может зависнуть и дальше вверх Александр. Я думаю, даже влево может пойти. Такое бывало тоже. Так что все может быть. Поэтому пробили довольно-таки глубоко сюда, но никого здесь нет. Здесь не было тех товарищей, которые хотели бы ее лонговать. Не было тех стопов, которые бы сработали и утянули бы и удержали бы дальше инструмент вверх. То есть это нам что говорит? Это нам подсказочка за то, что скорее всего, скорее всего, на момент пробоя не было тех, кто собирался этот инструмент лонговать. Заранее. То есть кто вот здесь вот от ложечки поставил и сидел, ждал в засаде, что она сюда когда-нибудь дойдет, и мы ее ланганем. В тосе закрепление золота. Ну, видите, как, какой он тос борис. Притом, смотрите, история вот еще в чем. Очень важным моментом, если мы говорим про крупного игрока, это может быть обман нас с вами могут обмануть. Обмануть этот крупный игрок, он может, скажем так, зашифроваться и сделать так, чтобы мы его не видели. Не видели его действия, но у нас с вами есть в запасе голова и знания. Как мы можем увидеть этого, скажем так, крупного игрока? Для этого есть несколько способов. Итак. Значит, есть много информации о том, что это такое, и вы без труда найдете на просторах интернета. Но даже если посмотреть на графиках, то, например, вот здесь вот видно, скажем так, скрытые сделки, которые вот синеньким вот таким вот выделены, например, светло-синий показывает, что это, скажем так, вне биржевые сделки. То есть, это существует такая закулиса, что ли, мировая закулиса, гу -гу -гу, вот, где крупные игроки могут договариваться и совершать сделки по выгодным более ценам, не так, как вы в терминале это видите. То есть, даже вот как здесь можно предположить, что вот тут что-то, кто-то с кем-то договорился, видите, более дешево купил, чем вы видели бы это на экране. То есть, даркпулы. Но это официальная тема. Ничего там как бы незаконного нету, и должно быть как раз все четко и хорошо. Почему? Потому что даже Европейский центробанк в еще далеком 2017 году выпускал соответствующий документ, где на нескольких страницах описывал, что это вообще такое и какие варианты вообще даркпулов бывают. То есть вы можете посмотреть, почитать, то есть это не... Не какая-то скрытая штука, не это никакой не обман, просто это очередной способ отбирать деньги у простых людей. В основном это вот как раз для высокочастотного трейдинга, high frequency trading, HFT, вот и так далее. То есть здесь все расписывается, как это все происходит и почему этим всем надо, как говорится, пользоваться, если вы умеете читать на английском и все остальное. High frequency trading and dark pools. И так далее, и так далее. То есть, у многих бирж у биржи CME, у биржи Nice, NASDAQ есть соответствующие даркпулы, и вы можете совершать, вы, как крупный игрок, например, можете совершать соответствующие сделки за пределами торговой сессии и на тех условиях, на которых вы договоритесь, например. То есть но за это придется платить дополнительные комиссии, но есть вот разные даркпулы, то есть их тут вот, смотрите, вот отличная картиночка. Основные даркпулы активные в Европе, которые были вот, ну, например, за этот период, что я мануал вам подготовил. То есть вот их тут несколько. Биржа БАЦ у нее есть, потом такой даркпул, UBS, такой, такой, такой. То есть много. Довольно-таки много бирж, и они вот кто, вот оператор, да, то есть кто обеспечивает биржа NASDAQ, например, еще NASDAQ. Бац, биржа в Европе, лондонская биржа, банк UBS, например, делает. То есть, вас могут дурить, скажем так, таким способом. В общем, понятно, что денег заработать довольно-таки сложно. Какой же выход из всего этого дела? А выход прост. Для вас специально. В компании Герчик Инко был разработан советник Real Market Volume, который получает данные с этих бирж напрямую. И если вам недостаточно информации на графике, если вдруг вы смотрите вот сюда и не понимаете, что происходит, то я вам рекомендую еще смотреть в сторону Real Market Volume. Он берет данные, вот, больше чем 350 инструментов, именно с бирж, минуя брокера. То есть, не вот эти вот объемы какие-то, которые вот здесь вот, вот что-то вот это вот. Нет, он берет данные, вот, например, Microsoft, а у 5 минут уже как работает, он вот эти данные берет. Вот объем, который проторгован, вот биржа, например, NICE, NASDAQ, вот бат, вот эти все вещи он берет и отображает в виде горизонтальных полосочек и показывает распределение. Притом в ближайшее время будет очередное обновление которое я выпущу, протестирую, у всех это будет доступно. Он покажет вам распределение и где, по каким ценам сделки совершались и с какими объемами. Поэтому я вам крайне рекомендую посмотреть в сторону Real Market Volume, который от, в отличие от конкурентов берет данные с бирж, не от брокера, а с бирж. Это платные данные для компании, потому что котировки стоят денег. Для вас они бесплатные. Поэтому, если хотите немного больше разбираться в том, что происходит на биржах, то смотрите в эту сторону. Биржи вот эти, плюс даже еще больше сейчас были добавлены новые биржи, и можно получать данные также по золоту, серебру, платине, палладии, ну на CMY там и биткоин есть, и всякое такое. Вот. Есть неплохие видосики на ютубе о том, как это все происходит. Короче, он у вас доступен внутри, в личном кабинете в Gerchik&Co, для клиентов инко. Поэтому имейте в виду, что для вас специально довольно-таки сложно было его сделать, но эта штука работает, я им тоже пользуюсь, и он живет, развивается, и терминал он не тормозит рекомендую вам смотреть на график не меньше, чем дневка, чтобы постараться понять, что там происходит, чтобы видеть подобные ситуации, какие они здесь есть, а не придумывать себе какие-нибудь оправдания, типа «Открою-ка я сейчас Apple, наваляю туда 100 тысяч миллионов индикаторов и буду придумывать, что да». Пересечение синенькой с красненькой, подтверждено индикатором RSI, Утвержденный индикатором MACD, это яркий сигнал на покупку. А вот когда пересечется в обратную сторону и произойдет дивергенция, я буду продавать. Чушь собачья, на мой э, субъективный взгляд. Нет здесь информации, которая э, поможет вам разобраться. А если вам нужна больше эта информация, слушайте видосики бесплатные, платные на курсах или пользуйтесь теми средствами, которые есть. Компании Герчикенко.